Ні, давай Віталій. Я це давай. Второй капітан. Знаєте, я вийшов. Я вийшов. Хто? Йому напорник. Давай Діма центральний стане. Хай можна на фланг. Є фланг. Тоді от Женя це. І Віталій. Защита є. Все, ми там без м'яча. Я выбрал левую руку. Пацаны, у нас сейчас пустой. Хватит по времени. Все, кто в удобных положениях, пейте в ворота. Да? Не нормально. Шире играйте, расходите. Сам губер смотри. Что, сам, двигай. Есть губер рядом. Хорошо, хорошо. Сели. Право! По заменам? Нет. А, какие результаты? Где, шире? Шире, сам. Ближе. Не, борьба. Юра, блин, у него уже на золото. Все как сидел. Традиция просто. Стабильность в лопуске. Я скоро переклинил Шадуру. У вас больше всего карточек? Нет. Ты статистику скидываешь. У нас Максим так просто как. А, у нас с Росом так это Максим. Потому что я помню, у меня с кем-то, как у одного. Вот. Ну, здесь скоро 8. 4 игры, 4 конца. Сергей, наливай. Погнали на пиво. Смотри, он на пиво отвернулся. Ты ж помнишь, твой гробщик в твоей команде. Чернуху любит? Да мы тут просто такого чужили. Давайте разобрались. Каждый скажет, разобрали! Мы почернили, и карма со мной сразу. На пол игры. Надо тебе приковать. Они тут лайна? Где и свои? Как это нет? А с чего ты решил, что нету? А, я вижу. Все, сейчас там картинка просто начала сбоить. Ну, черно-белая, помехи начались. Все, я поправил. Не дай ему развернуться. Пусть это... Давай. Не, она идет. Сейчас. Шире. Спокойно, все, держите, расходитесь, двигайте. Но я же на этих ноутах не запускаю. Сейчас я тебе кину. Ой, блядь! Тебе привет, дорогой. Пишите карточку. Так что, вы сейчас будете идти? Собака здесь, можно будет зайти? Ну, окей. А, он директор у меня?
А? Я сам вижу. Она у меня идет. И качество соединения, и все нормально. Я не знаю, в чем прикол. Сейчас я посмотрю. Это дура в селе просто где-то. У него не ловит интернет. Здорово, Ростик, брат. Сверху движение добавьте. Стоите на месте по точкам. Зоны. А? На втором компе она появляется, а на первом сразу сама запускается. Дима, здесь все идет. Качество соединения отлично. Если бы этого не было... Может, скрытая? Трое подвигается немного. А почему она скрытая? Да. Ты взял тот шаблон, который я делал... Который я делал дома. Да, если Макс может. Ну, в теории я могу зайти с тебя. Ну так дышать не забыл. Дали, если будет быстрее. Мяч! Мяч есть? Мяч есть? Лёха, мяч. Да, да, вот. Все, по игрокам. То есть твоего шаблона еще никто не стримил? А? С твоего шаблона еще никто не стримил? Не, мы стрим. Там. Блин. Сейчас, блядь, ушел. Ты что, не гибкий? Все, спокойно. Гибкий. А? Все, отвечай. Женя, слышишь? Не смешно. Постой, блядь, не гибкий. Сдавливаем, сдавливаем! Парни, с мячом осторожней! Не теряйте! Хорош! Самоволка! Второй Жека, красавчик! Вот зеленая херня. Перевтыкать не надо, просто типа примерно. Марат! Левый, левый просит. Она заглючила. Хорошо, Юр. Хорош, молодец. Да не тряси ты, ё-моё. Ты? А так а кто? Кто вышел так? Гол шарик выходит. Вас Олег выше пойдет, а ты? Там в натуре осторожно на вот этот направо, потому что там... Да я вижу. Подай ему бой, пожалуйста. Это уже прям совсем все? Что случилось? Что случилось? Мы тут планируем.
Проще, пацани, проще. Десять прошло. 9:50. Да, было. Давай, Максим, проиграй. Все. Нормально. Так что, два матча. Слева ушло. Хорошо, Олежек, нормально. Без удара в голову не будет, все правильно. Результаты великих Денчиков. Я же отдохну на оборону. Все, все. Обратно, так. Я разогрузил. Один. Оп! У меня два. Игрок. Один. Все, спокойно. Где-то был тут. Отдай доку. Док.
Над, не иди высоко. Макс очень высоко располагается. Да не, мы же пытаемся пониже. Да, вот сейчас типа вот здесь прошла игра. Чуть-чуть ниже. Макс все равно вверх выходит сильно, его тянет. Понял? Мне надо его рисовать. Сгорел. Тысяча две. Мы не можем длинные играть. Хорошо. Я никак. Сейчас вдвоем сразу будем. Так. Сам, ниже, ниже! Вы меня просто запутали. Хорошо, хорошо. Строишь, там 15 минут на следующем поменяем. Все. Играем, как искать. Играем по игрокам, по игрокам. Заменки пока делаем, можно? Посмотри, как они прессингуют, их трое, блядь. Я этим чуть-чуть, блядь, говорю, блядь, давайте потянемся. Нет, ну, что я там один буду, блядь. У троих мяч, блядь. Подбегать, блядь. От того, что я вот весь мокрый, блядь. Просто подбегал, толку. Какой, блядь, так там вот. Олег, видишь, пас идет вперед. Ну, можешь пересмотреть. Ты имеешь в виду, мяч за линию упал? Мяч, по-моему, не залетел. Не-не-не. То точно не. Ищи по тобой, Макс! А там вы все, вы просто стадом где-то. Я стою, смотрю, вы, блядь, мяч убьет туда, вы троем туда. Понял? Вы не зонами играете, вы бежите все на мяч. Вы все просто на мяч. На данный момент. Да не надо никого выдергивать, блядь. Вы должны зонно играть. А вы играли, блядь. Да каким персоналом? Кого ты слушаешь? Колено. Вот получается, а потом будет. Получается, мяч смещается правее, они троем туда уходят. Все, смотри, пацаны, блядь, троем, вы вдвоем играете впереди. Вдвоем. Мы оттягиваем их к себе, но впереди никто нет. Вот и забегает, молодая. А зачем мы оттягиваем их назад? Это смысл не стартовать, если они вот катают. Они же катают. Ни одного паса вперед нет. Смотри, мы видим, я хотел уже кидать. Ну а там сделали забегали. Ты просто не хотел отключить. Так они же говорят, нельзя, ну, нельзя бросить. Они же, Олег, тут тактику, блядь, сказал. Я играю вот здесь. Вот здесь. Нету смысла их оттягивать. Так и я же спрашиваю. Так он говорит, побегайте, бросьте. Я говорю, так пас дай. Ну, на мне еще, блин, а вот так персонально играет. Что я, блядь, ну, как я, смотри.
Ну, как я могу, блядь, получить какой-то пас, если он со мной персональный? Ни в зону не дают, ничего. Два паса дали, блядь. Ну, вот за три можно было маска дать. Можно было? Ну, я понимаю. Вы же получили на зону, уже неплохо. Смотри. Натик, а чё пас не отдать, Натик? Не-не, всё хорошо, Натик, всё нормально, нормально, проверяй. Главное, попади, Натик. Понимаешь, ударная позиция, я что им сам. Стой, поменяй. А что, второй раз. Давай, на нашу. Давай, давай, выше. Ну, выше. Правый, правый. Ну, смотри, они закидывают. Вот она. Сука! Пацаны, давай, зажимай, можно еще 3-4 Олег, далеко. Один. На нашем мяче, Макс. Вместо губра, да? Да. А, блин, Резуменко, Реф! Заменку можно? Спасибо. Стой. Да,
Не толкайся. Ребята, только что так чуть не остался. Я там сижу, запариваюсь. Илья! А ты что, стартишь? Ну, какой вопрос на тебя должен попасть? Ну, в основном люди, которые попросили, если линия равна, то они где-то на самом конце. Строек нет. Еще я с математикой. Мяч иди, мяч. Жень, иди сядь, Жень. Давайте выйдем. Жень. Алло, блядь, сели, чего ты стоишь? Давайте. Жень. Жень, давай сядем, Жень. Разыграй.
На нашому. Можу попросити тебе поміняти. На нашому можу тебе поміняти. Нормально? Правий, правий, правий! А так просто стоїть ще, все, стоїть. О, опа, що, мало? Ну що? Все, бро. Як мог. А чим ти не побіжав? Корпус! Хороший льот! Хороший! Не фали! Дома сидіти бліді, це було перебіє, коли два голови. Любой момент, то вже став. Зуби, так. Бля, чемпіони, давайте побіжимо. Последний сезон. Давайте, Гончик, занеси время, пожалуйста. Так как Дэна в опору поставить, это не будет вопроса. Не его игра. Не, ну вот так, он с апплицатором запломбирует. Если в этом плане по физике, да, он запломбирует. Не, ты можешь включать, а я это справлюсь. Без напряга. Рост, ты нас слил! Я, блядь, лежу и потею, не то, что мне. Ворони открываются. Нормально, накрывай. Еще бы подругу съел. Бля, надо пиво литр ебать сейчас. Я помню, полетит у нас в термокружечка, ты думаешь, что это водичка? Уходит, все, и тащит, все, блин. Все идет, да? Да. Вот это не номер. Заряженный. На солнце. Снимай, понял, в одном тормозе кидается. Не, не надо. 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 Я ж как всегда. Бля, там мне руками играют, ну ебаный в рот! Тихо, Сири, Сири! Да нет, и не точно. Желтая, да, но круг. Мы там подсказали.
Ну що, між двох партнерів? Ну, не встигають багато роботи. Це вижера. Спочинаю завтра з утра. А що вам ще в Канаді? Не знаю, чи є чи ні. Хорош, Марк! Хорош! Хорош, Марк! Олег, ходи! Леда, не разговаривай! Ну ты ж... Натан, где техника? Ну, судья не натурил, он не замечает. Давай, Месси включай. Азар, это Иванов. Назар, играем. Рукой просто. Подожди, он же не сам виноват. Защита, окей, но ворота стоит по франке, он не должен стоять. Мы сравна, идем, можно двигаться. Он здесь уже два шара вперед, то он должен стоять. Дайте, он уже побежал. Квадрат.
Здоров'я буде на панець. Хорошо, Женя, хорошо. Здорово, Дім! Хорош! Ребята, меньше эмоций, не надо друг на друга пихать. Спалил, все. Играем. Макс, хочу так сказать. Они, блин, с нами не знакомы. И тип тоже там, дельчик, понимаете, Хорошо. Доставай, доставай, Над, доставай. Давай, Петрович, повтори. Хорош! Это же ты волейбольный мяч не поднял. Тишка, дерни заодно. Надо все дернуть. Хорош, Дима. Не, ну типа более-менее. Вот и шу. Сам, сам. Играй. Хорош. Да измены впереди. Пошел мяч, товарищ. Играй. Наш мяч. Там выше стоял как раз. Куда, блядь? Хорошо, как... На блоке легко говорить, а в поле не силовой. Я не понял, что сейчас говорит на броке. Да. Дальняя Яра. Центр. Спокойно. Дальняя, Петрович, сам. Оно и... Хорошо. Собрались. Это хорошо. Я Щербина засранец. А пасик какой был? Просто люди не меняются, понял? Ага. Засранец, блядь. Макс, еще раз в него стрельни. Соберитесь. Не раздави, пожалуйста. Сделайте там вальяжно в защите нас. Не понимаю, что вы его не кроете плотно? А ты это чей? Ушел мяч, молодец, Надя. Уверенный сезон. Все отлично. Ты орешь, Нормально, Петрович? Хорош! Сам себя блядь! Не-не-не, с тобой Нормально, хорошо. Далее, Яра, далее! Олег, у тебя провал, блядь, Олег! Прыжок веры. Хорош! Блядь! Вот и все, блядь.
А ты там вот такая фигня была. Эпично. Нормально, блин, что? Ты сам себя ушатал? Нет. Ну, у тебя две почки, не переживай. Я не то, что видел, я что ел. Ты же поле съел. А что делать? Ну, да, нет, понятно. Ну, понял, сейчас важный момент. А как? Это потому, что он не успевал. Ну, если ты стоишь, мяч вот за тобой летит. Да, хорош, хорош. Твой маточек красавец. Хорош. Стоп, стоп, стоп. Право, право, право. Право, право. Сзади воротник не работает. Нет, выбей. До конца нельзя. Сейчас мы видим. Воротник должен выходить. Набирай, пускай набирай, 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 работай. Нормально. Ай, бля, Виталь. В следующем сезоне получится. Сам. Хорошо, надо, отлично. С ним же, Бурок. Ну, верни, верни, братан, ну, блядь. Братан голосом попросил бы оставить. Ну, задач. Разуменко. Вот что, знаешь, типа, ну... Вот, левсай! С нас тоже Вот это так называется. Надо еще сериал. Губер, ты будешь? Чей игрок? Второй, чей игрок? Сколько? Сам. Да, другого нет. Другого нет.
Товарищ судья, вы же мне сказали можно. Заберите, Юр! Он в начале игры самая первая желтая у него. Не, Юра, а потом Макс убавил. На мяч!
Мяч. Лево два. Проведи. Зайдешь типа в разрез, видишь там 320 метров игрока и думаешь, что надо... Я говорю, что я доберусь. Сколько команды стоит, что тут передать? Можно сказать, что трактовал? Ну, хотя бы все побежать с ним, это факт. Просто вам не надо. Рона стартанула, мяч упал. Ноги быстрее мяча. Ну, осталось 5. Камеры хватит. Да и ноута, я думаю, в принципе, тоже. Дэн, давай смену. Один Зурков был впереди, он его грузит. Зачем? На одного, ну, из 5 защитников. Советы туда, ребят! Парни! О, есть! Ветер, сядь, Джека, пойди вперед! Иди вперед, блядь. Видишь, как я тихонько забыл. Знаешь, лестницы, которые крутятся, блядь. Тренажеры у тебя. Сейчас я тебя отключу. Жек, иди вперед. Нету тут админи. Жек, поменяйтесь света, блядь. Блядь, ты это садись, нахуй. Что ты, блядь, не играл? Ты не атакующий игрок. Заебал, блядь, что за хуйня? Я давно вам говорил, они знают, что летит? Лучше пусть полная заявка, из них будет человек. Лучше пусть гибель. Сели! Один! 3,5 минуты. Пак! Дим, растяг! Удар! Давай, Сань, ты сможешь! Нахуй за футбол попускают, ты смотришь. Мяч.
Я тебе дам, ты что-то сделаешь? Да, мы же дали бы, не говорить.